Итак, в этой комнате у нас тоже все как обычно, все по плану, все на своих местах находятся. Все занимаются своим любимым делом. Флоки спал. Вы увидели его глаза, когда я открыла дверь. Это просто вообще... Чего? Кто пришел? Зачем потревожили мой сон? Флоки, я, конечно, все понимаю. Да я и вроде бы время каждый раз выбираю разное для съемок. Но сколько можно? Как только я прихожу... Вот все, кот отворачивается. И тут насколько нужно мне любить камеру? Что ж, просто отвернулся к стенке. Флоки, ну вот чуть-чуть-то покажи свою мордаху красивую, толстенькую. Ты подготовился к зиме? Да? Жирок поднабрал? Я вижу, вон какая складка у тебя. Просто вот так вот, вот просто вот так. Кот, да? Вообще отвернулся и все.